Доброе утро всем. Мы купили дачу. От всех друзей, от всех знакомых, от новых зрителей нашего канала ждем жирнючий, отличнейший лайк. Вот такая вот дачка. Наконец-то мы решились и взяли ее. Почему выбрали именно этот участок? Потому что здесь 8 соток. Потому что здесь есть свет, вода, колодец. Можно подключиться к артезианской скважине, и куб воды будет 8 гривен. Вот, но само подключение 3000 гривен. Вот, чернозем здесь 40-50 сантиметров. Очень хорошая земля. Участок полностью огорожен сеткой. Ну, надо немножко приводить в порядок, понятно. Вот, повторюсь, 8 соток. Чернозем. Немножко далековато до речки, где-то километр. Километр вот туда, вот в ту сторону. Это там, где мы раньше смотрели 6 участков вместе, 36 соток. Но там нет чернозема, поэтому решили взять выше. Вот взяли такой вот участок. Что мы успели сделать? Немножко начали красить забор. Поставили крышу над домиком этим. Тут такой был совсем маленький, потом достроили, потом, в общем, такое поставили, ну, такой курятничек. Вот, и поставили вон тепличку. Сделали ее из труб от палатки Coca-Cola. Вот, натянули пленку, долго варили. Вот, теперь-то я знаю уже, как теплицу правильно делать. Ну, уже по-другому бы делал. Ну, потратили много как бы лишних сил, но тем не менее построили. Вот, вот такой вот участок. Здесь у нас высажена малина. Это вот осенью, прошлой осенью мы купили. Вот, вроде бы вся принялась, за исключением пары кустиков, но будет видно. Пообрезали деревья, деревья старые. Вот где пакеты на деревьях, это уже привиты новые хорошие деревья. Это соседи помогли, посоветовали, как, что, куда привить. Будет делаться нормальная, естественно, вода. Вот там вот высажена клубничка. Вот, ну и похвалюсь, построили вот такую вот теплицу. Не знаю, что мы здесь будем выращивать в этой теплице. Просто захотелось тепличку, ну. Раз захотелось, значит, взяли и построили. Вот такая вот красота. Там вот будет окошко. Это единственное, что не доделано. Купили старые подносы. Подставили, потому что грядки будут повыше. Вот начали копать. Вот такая вот черная земля здесь хорошая. Вот. А это бешеная собака Биток. Биток! Биток, собака, иди ко мне. Ко мне иди. Биточек. Ну, тащи свое кольцо. Давай, 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 давай. Вот кому раздолье. Эй, эй, бешеная собака. Бешеная собака Биток. Хочет бегать. Да. Давай, Аллу, ищи, иди неси ей. Нет, не надо в меня пихать. Не надо в меня пихать свои резиной. Давай, иди гуляй. Иди гуляй, мне надо с людьми пообщаться, показать им. Я понимаю, потом попрыгаем, да. Все, бежал. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ну, пойдемте в домик. Покажу, что в домике. Да, сегодня у нас 27 или 28 марта. Довольно тепло. Вон там повылазили всякие штучки, не знаю, цветочки какие-то. А что это, Алла, за цветы? Ал. Ну вот это что? Это тюльпаны, нарциссы, тюльпаны. Это лук. Вот. Лук, чеснок, редиска. На. Попытались мы сделать такую маленькую мини-тепличку и стрейч-пленкой.
туфта, это все я вам скажу. Не верьте никому. Вот что получается из стрейч-пленки. Только трата, лишняя трата денег. Вот. А это вот экспериментальные грядки с клубникой. Это соломы замульчированные, это агроволокном накрыты, и это накрыто пленкой. Ну вот, под черной пленкой клубника себя чувствует лучше всего. Только, естественно, ее надо поливать. Эти самые трубки для капельного полива я проложил. Ну, теперь все надо покупать. Трубы, бак, подключать, там, насос, не насос, или с какой-то высоты. В общем, куча забот и хлопот. Кроме всего прочего, мы еще купили кур, бройлеров. Пока они сидят, цыплят, да. Они пока сидят дома. Вот, подрастают. И надо сделать курятник. Но пока что денег не хватает на полноценный курятник. Вот там вот, где вот, видите, ветки. Наверное, либо там будет, либо вот там за домом. Поэтому мы их выделим, им комнату в доме пока что временно. Вот небольшую, они будут тут. Вот такой небольшой домик. Вот здесь мы будем жить пока, ну, именно. А вот в этой комнате, мы сделаем курятник. Здесь есть печка. Вот. Вот это вот мы все настилали. Настилали, делали. Чуть-чуть ее доделаем. И вот так вот будут стоять. Тут 6 клеток. И здесь 3 метра на метр еще клетки. Ну, вот как-то так. Вот такая вот у нас, не знаю, радость, новые заботы, хлопоты. Хлопоты. Что? Хлопоты. Хлопоты. Петровская, ты довольна? Очень. Твоя душенька наконец-то довольна? Да. Да. Ну, теперь работай. Ну, вот так. Дальше что будем делать, я вам все покажу, расскажу. Вот сейчас, конечно, основной вопрос – это деньги. Сюда надо куча денег. Ну вот, а с деньгами очень большая напряженка. Потому что кинули нас с работой, не заплатили. Ну, в общем, то уже такое. Ну, все. Спасибо за внимание. Всем удачи, здоровья. Вот, ждите новых репортажей. И, конечно же, я вам сниму потом речку. Пойду на речку и сниму вам вид на реку. Все, всем спасибо, всем пока.